знать, что ты где-то рядом. Мы туда не ходим, там плохо. Спроси мэра, если хочешь больше знать. Ладно, пока-пока. Пришел. Ихнее Дылдинское Величество. В чем дело? Слава тебе, Господи, разрешили, придурок. Что тебя угораздило на этот раз вляпаться? Там опасно, даже для такого храбреца, как ты. Там чудища живут. Здоровенные, знаешь, которые вроде как на людей похожи, только неправильные какие-то. Да. Надо идти через убийственный проход. Правда, там опасно, но это единственная дверь, которая работает. Единственный путь, который открывается. Да, другая дверь еще до меня не работала. Компьютер поломался, и даже Джозеф не может его починить. Я мэр, а не нянька Дылда. Без понятия. Может, он там у двери болтается. Хер его знает. Не шутишь? Там жутковато. Даже я не люблю туда соваться, а я супер храбрый. Ладно, как скажешь. Пошли, откроем тебе ворота, Дылда. Опять, Дылда! Без проблем. И не возвращайся!
Отведите!